Государственные награды ко Дню независимости вручили и депутатам Сената. На торжественном собрании Касым-Жомарт Токаев напомнил слова главы государства о том, что независимость – наше главное богатство. Он поблагодарил коллег за вклад в укрепление независимости и развитие страны. Но решением Межпарламентской ассамблеи СНГ орденом Содружества наградили депутата Сената Дарига Назарбаеву. Несколько депутатов получили ордена Парасат, Достык и Курмет, а еще медали и почетные грамоты. Награды также повручили сотрудникам аппарата Сената.